Так, всем доброго времени суток, вы на канале Gadget X. Компания Xiaomi уже начала рассылать участникам закрытого бета-тестирования альфа-сборку 10-й версии фирменной прошивки MIUI. А вместе с этим в сети начали появляться первые обзоры. Уже сейчас можно оценить обновленный пользовательский интерфейс, скорость работы и другие новшества MIUI 10. Одним из самых заметных изменений в MIUI 10 стал обновленный пользовательский интерфейс. Кардинально преобразились центр уведомлений, меню быстрых настроек и список запущенных приложений. Появились новые жесты. Так, между последними запущенными приложениями можно переключаться с помощью свайпа от края экрана. Слайдер регулировки громкости стал похож на таковой в Android P. Важным нововведением стала интеграция фирменного виртуального помощника, но он работает пока только на китайском языке. Кроме того, по всей системе применяется искусственный интеллект для улучшения опыта. Например, часто используемые приложения и контакты всегда отображаются первыми, экономя тем самым время. В MIUI 10 много внимания уделено интеграции с умным домом. Так, в новой системе управления гаджетами осуществляется через единый центр, а при обнаружении поблизости нового устройства на экране смартфона автоматически появляется уведомление с изображением прибора и предложением подключиться к нему. Важно отметить, что функция MIUI 10 также зависит от версии Android. Так, некоторые из описанных выше возможностей не будут доступны на моделях с Android Nougat. Обновление до MIUI 10 получат владельцы следующих аппаратов. В первую волну у нас входят Mi 8, Mi Mix 2S, Mi Mix 2, Mi Mix, Mi 6X, Mi 6, Mi 5, Mi Note 2, Redmi S2 и Redmi Note 5. Вторая волна у нас будет Mi Note 3, Mi 5X, Mi 5C, Mi 5S, Mi 5S Plus, Mi 4, Mi 4C, Mi 4S, Mi Max 2, Mi Max, Redmi 5. Redmi 5A, Redmi 5 Plus, Redmi 4, Redmi 4A, Redmi 4X, Redmi 3S и 3X, Redmi Pro, Redmi Note 5A, Redmi Note 4, Redmi Note 4X и Redmi Note 3. Вот такие вот у нас сегодня новости, дорогие друзья. Спасибо, пока!